Так, выходим из дома. Так, идет снег. Продолжает идти снег. Сделала машину. Снять вас? Нет, я могу вам дать. Я могу в YouTube выложить, если хотите, нет? Спасибо. Не, на полном серьезе. Я, если что, я вырежу потом, если вы не хотите. Кого? Видео это. А, ну если вам интересно, снимайте, мне без разницы. И долго вы чистили? Я вчера вечером почистил вот так. Сегодня пришел утром, почистил. Вот полтора часа покатался, думал куда-нибудь съездить по делам. Получилось, приехал опять остался. Вы выезжали до нас 40 лет победы. Ну, у нас этот, мы дома остались, мы на работу не пошли, то есть шеф сказал, оставайтесь дома, вот. Надо сходить что-нибудь купить, потому что потом ничего не привезут. Я в Оксай по делам хотел съездить. Там весь мост стоит, под мостом развернулся. Угу. Приехал туда, до Вересаева доехал, угу. Смотрю, там тоже уже ни шатки не было. И все, развернулся. А люди стоят. На остановках стоят, да? Кто обратно идет, кто пешком пошел в ту сторону, кто в ту сторону. Я поняла, это хорошо, что у нас шеф понимающий. А так? Что, ну сейчас постоят и придут. А как? Шеф, не шеф, что делать? Ну ладно, всего доброго вам. Да. Но по-моему все равно идет снег. Или это носит... Или носит вот этот, который... Я не пойму даже. 16 градусов в машине. Ну ладно, до свидания.